Они, как никто другой, знают цену секунде. Упущенный момент может стать причиной непоправимого. Поэтому постоянные тренировки и отточка действий, как индивидуальных, так и коллективных, больше необходимость, нежели желание. Все этапы соревнований точно такие же, как и при настоящем пожаре. Боевое развертывание машины, штурм этажа с лестницей и умелое использование бранспойта. Это статус профессионализма спасателей и пожарных в Республике Бурятия, которые показывают не как профессиональные навыки, не и теоретические свои навыки, и также физическую свою подготовку и возможность тушить пожары, справляться с любой поставленной боевой задачей. Порой бывает и такое, когда звено успевает, а рукав рвется или спецтехника не может дать нужный напор. Этому расчету не повезло. В целом же результаты разных команд не сильно отличаются друг от друга, что говорит о серьезной конкуренции среди пожарных. Прошлогодние победители, команда 3-й пожарной части, сегодня готовы отстоять статус лучших, но признаются, гораздо сложнее удержаться на вершине, чем на нее взобраться. Много факторов, влияющих на победу, то есть даже элемент удачи присутствует. Но шансы есть, потому что готовились, занимались. То есть в данных соревнованиях важна не только индивидуальная подготовка, но и общая подготовка всего караула. Поэтому если подведешь не только себя, но и всю команду. Кроме представителей городских пожарных частей, испытать себя приехали и спасатели из разных районов республики. Соревнования ежегодные, поэтому у участников всегда есть возможность приехать сюда в следующий раз и доказать свою состоятельность. Баир Цыдыпов, Бато Гармын. Новости дня.